История шаурмы насчитывает более миллениума, когда в Дамаске впервые придумали подавать рубленное мясо вместе со специальным соусом и салатом. В разных странах ее называют по-разному. Шаверма, шуарма, шавурма, кебаб, донер, донер-кебаб или даже принятый после реформ московского мэра Собянина термин шаурма, который, как и все палатки, был принят под запретом. Его начали называть сэндвич куриный в лаваше. Это кулинарное произведение искусства крайне недооценено, оставаясь в нише пролетарских и маргинальных блюд, пришедших к нам с востока. Но каждый сноб критик забывает, что, быть может, шаурма является основой гастрономической единицы кухни. Наше интеллектуальное элитарное издание призвано рассказать вам про различных представителей этого кулинарного оазиса. И для начала позвольте вас ознакомить с нашими критическими критериями. Оценка производится по 5-бальной максимальной объективной шкале бомжей с вариацией деления единицы на 2. Классический вариант этого ценного питательного блюда должен содержать в себе, как правило, рубленое мясо, говядину, баранину, куру, которая в идеале должна быть приготовлена в печи на углях, свежий салат или другую органично вписывающуюся зелень, свежие же помидоры, свежие огурцы, собственноручно сделанные соусы, лаваш или пету, которые должны быть недостаточно толсты либо сухи. Архитектура шаурмы не должна страдать недоразумениями, которые стряслись с Пизанской башней. Вся ее структура должна быть целостна до самого конца ее потребления. И еще важный момент, касаемый нашего профессионального вокабуляра, который, думаю, мы будем постоянно дополнять. Шаурмен – конструктор шаурмы. Главное и, как правило, единственное лицо на кухне. Сегодня мы решили продегустировать самую непримечательную шаурму в самом непримечательном спальном районе. Место, где ее покупает лишь пролетарий и армянская мафия. У этой замечательной точки ресторанов быстрого питания, к великому сожалению, нет названия. Но вы можете найти его по следующему адресу. Приступим. Продегустировав это замечательное блюдо, я склонен утверждать, что булки, пожалуй, что слишком много, мясо слегка суховато, но это не главная беда. Главная беда – это, конечно же, маленькое количество соусов, которые приготовлены не с моими высокими стандартами. Также прошу заметить, что соленые огурцы здесь совершенно не к месту. Это какой-то декаданс. Ввиду чего, по совокупности всех факторов, я склонен утверждать, это надежные 3 бомжа из 5.